Разбитая облицовочная плитка и осевший фундамент стали причиной текущего ремонта памятника великому предку казахского народа Байдибек-би. Монумент высотой 9 метров был установлен в северной части города осенью 2012 года и приурочен к 80-летию Южно-Казахстанской области. Этот памятник уже претендует на звание самого высокого в Казахстане. Общая его высота 23 метра, а сама фигура 10 метров, и еще 4 метра насыпь и 9 метров постамент. Весит памятник около 9 тонн. Подрядчику предстоит большой фронт работы. Фундамент памятника должен быть заменен на новый. Кроме того, будет уложена новая гранитная плитка. Да, ремонтные работы начались немного позже, чем планировались, но подрядчик обещает сдать объект в назначенный срок. Погодные условия не будут помехой. На текущий ремонт памятника Байдибек-би из бюджета было выделено 20 миллионов тенге. Ремонтные работы будут завершены к 20 декабря. К сожалению, проведение работ не дает ответа на вопрос, почему памятник, простоявший всего 3 года, уже требует многомиллионного ремонта. Бахром Абдуллаев, Эльдар Шанусканов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».